Спред – це те ж саме, що маргарин. Спред – это жировой продукт, представляющий собой смесь сладко-сливочного масла и высококачественных растительных жиров. Согласно нормативной документации, содержание молочного жира в спредах должно быть не менее 25%. В качестве растительных жиров могут использовать подсолнечное, кокосовое, кукурузное, пальмовое, либо же оливковые жиры. В маргарине же, помимо молочного жира, могут использоваться различные жиры – рыба, моллюски, баранина, говядина и другие. Спреды изготавливаются по технологии масла, методом преобразования. В результате чего получаем равномерное распределение влаги и жиров в продукте. Отличие спреда от маргарина в том, что в спредах ограничено содержание трансизомеров жирных кислот до 8%, в маргарине же ограничений нет. Трансизомеры образуются в желудках жвачных животных и сохраняются в молочных продуктах от 5 до 8%. Также образуются вследствие обработки растительных жиров по старой технологии. Использование высококачественного пальмового жира позволяет сократить содержание трансжиров в спредах поняночек до 2%. Спред, приготовленный из качественных ингредиентов, безвреден для здоровья.